Добрый день, меня зовут Михаил, компания «Видеодоска». Мы долгое время думали, как можно еще расширить функционал наших спикеров в наших студиях на аренду и в студиях, которые мы устанавливаем под ключ. В первую очередь, конечно, вы знакомы с таким инструментом, как «Хромакей». Да, классная вещь, действительно, ею пользуются многие, но можно ли этим сейчас проработать с аудиторией, действительно показать ей что-то новое, повысить вовлеченность? Что если я вам скажу, что есть намного более современное, интересное решение, которое только-только начинает появляться на рынке в широком масштабе. И мы, конечно, одни из первых на рынке видеостудии под ключ. Это VR. Сейчас к нам зайдет в кадр Иван. Мы его сразу одели в необходимый комплект для съемки. И вы видите то, что видит сейчас Иван своими глазами. Давайте перейдем непосредственно к функционалу, который получает спикер, используя студию с VR. Вы имеете в своем распоряжении инструменты, такие как рисование. Вы можете писать, вкидывать какие-то элементы, добавлять новые. Вы можете добавлять 3D-объекты и рассматривать их. Это действительно широкий функционал для спикера, преподавателя, который работает в кадре. Сейчас вы можете наблюдать в кадре, какой интерактивный элемент добавляет VR в запись видео. Простой функционал управления. У вас всего лишь в руках два пульта. На месте разобраться в функционале достаточно 5-10 минут. Например, мы можем использовать такого рода объекты для того, чтобы преподавать математику. Мы пользуемся моделями, которые доступны на этой локации, но мы можем добавлять и свои модели, которые впоследствии использовать при записи видео. Вы преподаете геометрию, математику, используете все, что вы хотите. Возможно, ваша тема – это медицина, и вы хотите взаимодействовать со скелетом или чем-то другим. Что же за функционал нам, например, доступен в медицинской тематике? Функционал подобного рода приложения, он очень обширен. Мы действительно можем рассмотреть устройство от формирования костяной основы до мышечных волокон. Вот, например, мы воспользовались такого рода инструментом, мы обо всем поговорили, и в любой момент мы точно так же можем взять и воспользоваться той же самой Википедией и почитать о том, что нам еще необходимо. В зависимости от тематики, которую вы преподаете, вы открываете для себя огромные горизонты того, как можно еще больше погрузить ваших обучающихся в те материалы, которые вы даете, дать им большую интерактивность, дать им лучшую усваиваемость материала, разные объекты, которые вы можете вот так же точно использовать при формировании ваших уроков. VR – это огромный функционал для работы с вашей аудиторией. Мы вместе с вами развиваем образование и его доступность в разных уголках нашей страны. Так давайте же делать это интерактивно, интересно. Для этого мы создаем те инструменты, которыми вы можете воспользоваться как в аренду, так и приобрести себе под ключ. Вашу организацию, ваш вуз, там, где вам это необходимо. Переходите по контактам, указанным под этим видео, звоните нашим менеджерам, расспрашивайте у них подробности, узнавайте о новом инструментарии, который получают преподаватели в наши дни, а также можете оставить заявку на наш сайте и прийти на студию для того, чтобы попробовать это все вживую. Бесплатный демо-час. С вами была компания «Видеодоска», Михаил. Давайте развивать образование вместе.